Игорь Коломойский. Хочу предупредить всех зеленых человечков. В отличие от других, мы не робкого десятка. И при попытке захвата зданий подразделения СБУ и МВД будем сразу стрелять на поражение. Все, кто захотят устроить войну в области, должны знать, что Днепропетровск станет для них вторым Сталинградом. Только в этой битве выиграет украинский народ. Перепост.